Всем добрый день. С Китая по eBay пришел вот такой литий-ионный аккумулятор на Sony PSP-1000. Вот на Соньку. Родной там вроде 1800 идет. Здесь заявленная емкость 3600 мАч. Пробовали его погонять несколько дней, держит, ну, максимум 2 часа, наверное, игры. И по весу он, ну, чуть ли не легче спичного крабка, пустого причем. Как всегда, китайцы нас обманывают, я так понял. Я его аккуратно открыл. Сам он толстый. Но, как видите, внутри, как всегда, китайцы нас обманули. Вот на свет поднесу. Вот такая вот прослоечка, вместо которой должен быть толстый аккумулятор. На самом деле там стоит аккумулятор емкостью максимум 900 мАч. Сейчас я его вытащу. Ох. Вот то, что внутри. Вот этот аккумулятор. Сейчас на свет наведу. Ну вот его толщина. Сейчас я вам сравню. Вот аккумулятор от Nokia у нас был 5S. Емкостью, по-моему, он 1050. Ну, BL5S, по-моему, 1050. Вот, смотрите, толщина. Толщина у них одинаковая. Видно, да? Вот то, что скрывается в аккумуляторе повышенной емкости с Китая. Вот так он будет выглядеть. Не ведитесь, не покупайте, это обман. На самом деле он раза больше, чем в 3 раза меньше емкости, чем указано. Всем спасибо.